Ladies and gentlemen, especially those in Zoom, please tell if you do not speak Russian. In that case, we'll continue in English, otherwise we'll switch to Russian. So unless someone tells now, manifests himself or herself now, we'll switch to Russian. I'm counting to five. 1, 2, 3, 4, 5. Ну вот, теперь, значит, дорогие коллеги, формальности позади. Я очень рад, что у нас возобновляется наш семинар по средам. И у нас в этом сезоне два новшества. Первое, мы по просьбе Бориса Альтшулера сместили время с 11 утра на 15 часов. Надеюсь, это позволит нам вовлечь и коллег, значит, из западного полушария. И второе, у нас сменился научный секретарь, не потому что предыдущий провалил, значит, свою работу, а наоборот, он достиг выдающихся успехов, и теперь мы его отправили на заслуженный отдых на какое-то время. Я не сомневался. Вот. И теперь, значит, король умер. Да здравствует король. Прошу любить и жаловать Антона Налитова, который уже распланировал некоторое количество семинаров. И наверняка он будет вас спрашивать о вашем желании и готовности что-нибудь рассказать. Так что, значит, готовьтесь. Вот. Ну и, собственно, с этим я, наверное, хочу передать слово Алексею Юлину, который расскажет работу, в которой, как ни странно, я тоже участвую. Вот, и, значит, Алексей, вы у нас визитер здесь, и вы у нас из ИТМО, ну и вообще, значит, мы с вами сотрудничаем уже многие годы успешно. Расскажите нам что-нибудь интересное про вращающиеся ловушки с полиэтиленовыми конденсаторами. Спасибо, я попробую, чтобы было интересно. Работа, которую я хочу сказать, действительно сделана частично в ИТМО, но значительная часть она сделана здесь, в Абрикосовском центре. И я хочу поблагодарить Алексея Витальевича и всех коллег за гостеприимство и за сотрудничество. Значит, моя работа посвящена теоретическому исследованию того, как вращающийся потенциал, который может создаваться с помощью ингредиентной накачки, влияет на процесс конденсации полиэтилена. Значит, одну секунду. Вот, надо было щелкнуть мышкой. Если можно. На что нужно щелкнуть мышкой? Просто мышкой на окно. Хорошо, спасибо. Вот, поэтому я начну с краткого введения про полиэтилен. Участников просто свернуть, там вот видите, вот этот стол встал, и самый вот этот. Да, сейчас, одну секунду, прошу прощения. Так, ну я, наверное, сдвинул вот эту штучку на логотип ИТМО, потому что его уже все видели, и смотрим, он его смотрит, наверное, не так интересно. Значит, в первую очередь я хочу сделать краткое введение в то, что такое полиэтилен. И почему они интересны, в частности, почему они интересны с точки зрения нелинейной динамики. А полиэтилен – это гибридная частица, которая возникает из-за сильной связи фотона и экситона. То есть мы можем сформировать некоторый полупроводниковый резонатор, состоящий из двух брейковских цитал, который изображен вот на этой картинке, позаимствованной из классической работы, где впервые наблюдалась Бозе-Эйнштейн-конденсация полиэтилена. Между эти два брейковских зеркала формируют резонатор, в котором могут удерживаться фотоны. Причем за счет того, что это брейковские зеркала, у них может быть очень высокий коэффициент отражения при нормальном падении. И это означает, что мы можем видеть достаточно долгоживущее электромагнитное возбуждение в этом резонаторе при групповой скорости, равной нулю. И, естественно, это очень хорошо, потому что микрофон. Хорошо, спасибо. А вот
Из-за того, что брейлевские зеркала обладают очень высоким коэффициентом отражения при направлении падения, мы можем иметь долгоживущие фотоны, которые при этом не вылетают за пределы нашего резонатора. Кроме этого, мы в диэлектрике, которая расположена между этими брейлевскими зеркалами, мы можем иметь экситонные возбуждения. И если частота отсечки нашего волновода, сформированного брейлевскими зеркалами, близка к частоте экситонного резонанса, и если время жизни и экситонов, и фотонов достаточно велико, то у нас может возникать режим сильной связи. Для этого достаточно, чтобы потери в экситонах и в фотонах были много меньше коэффициента связи, коэффициента взаимодействия между фотонами и экситонами. И тогда, если мы посмотрим на дисперсию элементарных возбуждений в такой системе, мы увидим расщепление дисперсионных характеристик, которые здесь показаны черными линиями. И из-за вот этого расщепления возникает нижняя полиритонная ветвь. И возбуждение, которое относится и к верхней, и к нижней полиритонной ветви вблизи нулевых волновых векторов, они содержат обе компоненты, и экситонную, и фотонную, ну и при равном нулю коэффициент Хопфилда, коэффициент, который показывает, как процентное содержание экситонов и фотонов, оно 50 на 50. Почему такие системы интересны? Дело в том, что в этой системе мы можем иметь частицы с относительно маленькой массой, и это возникает за счет того, что у нас есть достаточно большая фотонная компонента. И кроме этого, у нас есть экситонная компонента, и за счет того, что это экситоны, они могут сильно взаимодействовать друг с другом, и таким образом в нашей системе может быть реализованы сильные нелинейные взаимодействия, что, в принципе, хорошо с точки зрения нелинейной оптики. Дело в том, что в нелинейной оптике обычно для наблюдения какого рода нелинейных взаимодействий, если мы говорим о быстрой нелинейности, то для этого требуются очень большие мощности, потому что просто соответствующие нелинейные коэффициенты очень малы. При использовании таких полиритонных систем можно на несколько порядков уменьшить требуемые энергии возбуждения для того, чтобы наблюдать разные нелинейные эффекты. Ну и, наверное, одним из самых ярких эффектов, про которые рассказывают в контексте полиритонов, это полиритонный Бозе-Эйнштейн конденсация. То есть мы можем накачать, например, оптически, как это было сделано в этой статье, или электрическим способом, как некоторое время спустя было сделано в другой статье, обе статьи опубликованы в Nature. Вот. Дальше происходит релаксация возбуждения, возникает так называемый экситонный резервуар, где находятся некогерентные экситоны, и затем наблюдается Бозе-Эйнштейн-конденсация в основное состояние, то есть в область маленьких К и в нижнюю полиритонную ветвь. Поэтому для большей части задач на самом деле достаточно учитывать только нижнюю полиритонную ветвь. Это связано еще и с тем, что возбуждения, относящиеся к верхней полиритонной ветви, обычно характеризуются гораздо более высокими потерями. Это связано с тем, что верхняя ветвь, она обычно очень близка к зоне проводимости, и это приводит к относительно высоким потерям в верхней полиритонной ветви. Кроме того, если мы интересуемся относительно длинноволновыми возбуждениями, то мы можем аппроксимировать нижнюю полиритонную ветвь параболой. И таким образом мы можем описать нашу систему уравнением для некоторой функции параметра порядка, которая будет описывать динамику таких полиритонных возбуждений. В этом смысле обсуждаемая система, она близка к сверхпроводникам, которые тоже можно описывать функции параметра порядка в определенных приближениях.
Также очень похожие уравнения известны в оптике, в лазерной физике, в Бозе-Эйнштейна, в атомных конденсаторах Бозе-Эйнштейна. Соответственно, этот тип уравнений известен как уравнение Гинзбурга-Ланда. В нелинейной оптике это будет нелинейное уравнение Шрёдингера. Соответственно, в атомных конденсаторах это будет Гросс-Питаевский. И в лазерной физике, наверное, это назовут уравнением Свифта-Хоенберга. Существуют разные модели, которые могут описать конденсацию. И мы остановимся на следующей. То есть мы считаем, что у нас процесс релаксации он очень быстрый. То есть мы можем поэтому адиабатически исключить уравнение для резервуара некогерентных экситонов. И кроме этого, в простейшем случае мы можем пренебречь наличием верхней полиритонной ветви и аппроксимировать дисперсию нижней полиритонной ветви параболой. Тогда мы приходим к следующим уравнениям. Я сейчас расскажу о физическом смысле членов, входящие в эти уравнения. Значит, здесь мы описываем нашу систему с учетом того, что у нас экситоны обладают спином, и у нас есть две разные, и, соответственно, наш волновод может поддерживать две разные поляризации электромагнитных волн. Эти уравнения записаны в базисе циркулярных поляризаций для электромагнитных волн, ну или что то же самое в базисе циркулярных поляризаций для полиритонных возбуждений. Первый член в этом уравнении описывает дисперсию полиритонов. Второй минусов не хватает. Это, наверное, не важно, потому что это я могу написать уравнение для комплекса сопряженной величины, и тогда с минусом все будет хорошо. То есть в каком месте не хватает минуса? Вот, если я напишу уравнение для комплекса сопряженной функции параметр порядка, то минус появится. То есть этот, как бы, это нехорошо менять в процессе, но один раз можно договориться о том, где стоит минус. То есть здесь он стоит вот так. Второй член в уравнении описывает влияние потенциала, причем у нас может быть консервативный потенциал, который может быть... Но тогда это минус связан со знаком минус гамма. А вот, кстати, да. Потому что при комплексе сопряжения поменяется... Да, ну и тогда я поменяю еще и гамму. Нет, это, конечно, это абсолютно верно, да. Вот. Не, ну пока я не сказал ничего про знак гамма, она может быть любой, потому что... Да, значит, первый, значит, вот этот член описывает влияние консервативного потенциала, который может быть создан, например, с помощью микроструктурирования образца. То есть мы можем, например, убрать часть верхнего зеркала или наложить металл. Эта система достаточно чувствительна к такого рода модификациям, и это создает некоторый эффективный потенциал, который нам, в принципе, будет в дальнейшем удобен. Кроме этого, у нас есть линейный диссипативный член, причем знак гамма может быть как положительным, так и отрицательным, в зависимости от того, значит, есть ли у нас в системе усиление или нет. Но вот в данной записи гамма положительна. Кроме этого, у нас есть важный член, это ТЭТМ расщепление. Он отражает то, что фаза коэффициента отражения от Брэговского зеркала зависит от поляризации. И за счет этого возникает связь между двумя циркулярными поляризациями. Кроме этого, у нас есть влияние накачки. И влияние накачки, оно двояко. С одной стороны, накачка создает некий консервативный потенциал, который является отталкивающим для полиритонов. И кроме этого, накачка, которая в данном случае выражается буквой P, она создает усиление. Значит, мы предполагаем, что мы обе поляризации... Ну, во всей этой работе обе поляризации накачиваются одинаково, поэтому вот этот член, который ответственен за влияние второй поляризации на первую, там стоит тот же самый, та же самая буква P. На самом деле они могут быть разными. В данной работе мы рассматриваем конкретный случай, когда они равны.
Значит, что просто резервуар не поляризован, то есть как бы в резервуаре одинаковое количество. Да, это значит, что мы накачиваем, например, линейно поляризованным светом, и поэтому у нас интенсивность правой циркулярной поляризации и левой циркулярной поляризации одинаковая. Значит, а вот знаки плюс-минус dx, плюс-минус и dx соответствуют стрелке вниз, стрелке вверх, да? Да, стрелка вверх это одна циркулярная поляризация, стрелка вниз это другая циркулярная поляризация. Значит, мы видим, что у нас влияние пампа зависит от интенсивности полиритонного поля. То есть, если у нас много полиритонов, то они как бы эффективно объединяют накачку, поэтому в знаменателе у нас стоит вот такой член. Соответственно, если у нас гамма положительна, то у нас вот этот член отвечает за рост. И если гамма большой 1 делить на гамма, г большой 1 делить на гамма больше, чем вот эта маленькая гамма, тогда у нас происходит усиление, потому что если мы линеризуем этот член и сложим его с вот этим, то если сумма окажется положительной, то это означает, что у нас есть линейный рост. Потом вот эта положительная добавка, она уменьшается при росте вот этого поля, который стоит в знаменателе, поэтому у нас в какой-то момент насыщается рост и возникает некоторое равновесное состояние. Кроме этого, мы можем также включить еще и нелинейные взаимодействия между различными поляризациями, которые в данном случае просто отражают тот факт, что у нас растет концентрация полиритонов в той же поляризации, то это приводит к увеличению резонансной частоты экситонов. Значит, если растет число экситонов в противоположной поляризации, коэффициент H с волной обычно раз в 10 меньше, чем H без волны, и он имеет другой знак. То есть, если у нас растет количество экситонов в другой поляризации, это несколько уменьшает уменьшает резонансную частоту для полиритонов первой поляризации. В дальнейшем нам будет удобно использовать безразмерные единицы. Одно из очевидных преимуществ такого подхода, что значительно уменьшается количество коэффициентов стоящих уравнений, поэтому уравнение становится проще. И мы дальше будем всегда рассматривать такой случай, что у нас есть диссипативные члены, ТЭТМ расщепления, некоторые нелинейные взаимодействия. Мы будем считать, что все эти члены относительно малы по сравнению с эффективным консервативным потенциалом, который у нас создан в системе. И вот этот эффективный консервативный потенциал у нас будет аксиально симметричный. Это соответствует экспериментальной постановке задачи. Ну, по крайней мере, есть ряд экспериментов именно с аксиальным потенциалом. И тогда мы можем представить наше поле как некоторое разложение по собственным модам, которые имеют вот такую зависимость от угловой координаты. Зависимость ρ от радиуса описывает поперечную структуру мода, ну и у каждой моды есть какая-то своя резонансная частота. Можно вопрос? Почему ваш четверточка – это обратный знак? Они что, притягиваются? Да. Ну, это, может быть, это, наверное, сложно. Я не уверен, что это можно интерпретировать именно как притяжение, потому что эти полиритоны, относящиеся к разной поляризации. Ну да, если у нас в каком-то месте возникает большая концентрация полиритонов правоциркулярно поляризованных, то это является некоторым потенциальным минимумом для лево поляризованных полиритонов. Ну вот то, что в члене образ резервуара, там понятно. Вроде бы и без резервуара я абсолютно точно не поручусь, но мне кажется, что и в члене без резервуара ситуация устроена примерно так же. Вот. И значит, первый вопрос, который возникает, это как можно селектировать моды в зависимости от их углового индекса. Значит, ну, простой рецепт, который был реализован в том числе экспериментально, состоит в том, что вот у нас есть некоторый потенциал, соответственно, у нас есть ground state с угловым индексом равным нулю, есть моды с угловым индексом равным единице, ну, вообще их очень много. Если потенциал конечный, то моды с большим индексом, они имеют очень большие радиационные потери, то есть полиритоны покидают ловушку.
И тогда оказывается важным, где мы расположим нашу накачку. То есть, если профиль нашего гейна выглядит вот таким образом, тогда лучше всего усиливаются моды, лучше всего усиливается мода с нулевым угловым индексом. Это означает, что конденсация полиритонов идет в эту моду. Мода с угловым индексом равным единице характеризуется в данном случае меньшим коэффициентом усиления, соответственно, вот эта мода будет расти быстрее. Если мы изменим профиль накачки, тогда, значит, ситуация поменяется, и более быстро растущий окажется мода с угловым индексом равным единице. На самом деле можно работать только с одной накачкой. Значит, например, можно создать такой профиль накачки, просто аккуратно посчитать собственные моды в этой задаче с учетом радиационных мод. Ну и вот здесь показано, как зависят моды, вот это вот моды с нулевым угловым индексом и одной вариацией по радиусу. Это мода с угловым индексом равным единице, потом двойка. И вот здесь показаны зависимости от ширины вот этого кольца накачки, как устроены их мнимые части. Мы видим, что есть некоторая область, где эти мнимые части положительны, то есть там где-то мода усиливается. И можно подобрать оптимальный радиус, когда быстрее всего усиливается мода, который имеет коэффициент угловой индекс равный единице. А дальше сценарий выглядит следующим образом. Наиболее быстро растущие моды, которые стартуют с шумов, она растет. И за счет этой моды объединяется резервуар. Таким образом накачка падает. И все остальные моды, они вместо усиления начинают испытывать затухание. И таким образом возникает конденсат, который наследует структуру наиболее быстро растущей моды. Эти все явления, они возникают при нулевом модуле. Важно, что коэффициент, который там смешивает, ну, который dx плюс минус и dy, да? Вот бета, что он там был. Да, нет, это пока не важно. Это не важно? Это пока это не важно. И при нулевом бета будет то же самое. Да, конечно, да. Потому что это вообще верно в скалярном случае, это просто связано с тем, что у нас угловая мода, что мода с угловым индексом единицы и ноль имеют разные поперечные профили, и поэтому эффективный коэффициент усиления для них зависит от того, где мы геометрически расположим максимум нашей накачки. Я понял, да. То есть, вот, то есть пока поляризационный вот этот... поляризационная динамика никак не важна. То есть таким образом можно осуществить селекцию моды в зависимости от их углового индекса. Однако, если мы стартуем с шумов, и в эксперименте это наблюдается, то с вероятностью 1/2 возникает моды, в которой полиритоны движутся по часовой стрелке, с такой же вероятностью моды, просто потому что эти две моды вырождены. Соответственно, для того, чтобы контролировать направление движения полиритонов, нужно каким-то образом сделать систему хиральной. Ну, вот это была экспериментальная работа, где-то было продемонстрировано. Тогда возникает вопрос. А если вот все равно, как есть степень и тета, есть степень минус и тета, может быть сумма? Да, абсолютно, абсолютно верно. Вот если вы посмотрите на эту экспериментальную картинку, вот здесь показано, как расположена накачка желтыми кружочками. Белая – это интенсивность, это максимум полиритонного конденсата. И видно, что в результате развития, в результате конденсации в такой системе возникает такая дипольная структура. Это просто две волны с угловым индексом равным единице, которые распространяются в противоположные стороны. Видите, а для общего образования, а что такое киральность в данном случае? В данном случае киральность вот, показана здесь, как устроена накачка. То есть накачка устроена таким образом, что она выделяет некоторое направление вращения. А что уравнение? Уравнение это означает, что у нас будет некоторый двумерный потенциал. Вот можно уравнение. Да, сейчас можно. Значит, у нас буква P может зависеть от координаты. И вот она зависит от координаты таким образом, что у нее максимум расположен, вот как показано здесь. И если, значит, распределение накачки, оно хирально, то
Ну, есть и тета, что ли? Я не понимаю. Нет, не обязательно и тета. Нам достаточно, чтобы вправо и влево потенциал менялся по-разному. А керальный стук инвариант? В каком смысле? Ну, в том плане, что вы можете закрутить так и так, что-нибудь поменяется. Нет, ничего не поменяется. А нет, Б, можно кассу, надо быть конкретно. Вот нарисован пример. Это что значит? Вот белые точки – это там, где есть накачка. Ширина кружочка означает ширину накачки. А накачка такими кружочками расположена по спирали. И за счет того, что спираль имеет направление вращения, это меняет… Пространственное распределение P, вот оно вот такое. Да. Да. Она и может спонтанно нарушаться. Она может спонтанно нарушаться, но вот тогда у нас вероятностью 1/2 закручивается вихрь или в одну сторону, или в другую. Если она нарушается, какие будут галсонские моды? Какой будет конденсатор, скажем? Ну, параметр порядка. В каком смысле какой? Ну, что такое в данном случае параметр порядка? Потому что если есть нарушение симметрии, возникает параметр порядка, да? А? Дискретная симметрия. А, ну если дискретная, тогда нет. Да, нет. Вот, таким образом, значит, было предложено, как можно нарушать, нарушать симметрию по отношению к вращению вправо и влево. И недавно была экспериментальная работа, где, значит, для нарушения симметрии движения вправо и влево было применено вращающийся потенциал, то есть оптическая накачка, которая создается в системе, она создавалась двумя пучками Лягера-Гаусса, каждый из которых имел угловой индекс, и два пучка, которые создавали общую картину, их угловые индексы отличались на двойку, и поэтому в интерференционной картинке у этих двух пучков возникало два максимума. Если частоты этих двух пучков немножко отстроены, тогда получается, что вот этот потенциал, он вращается. И таким образом у нас получается такая ситуация, что у нас есть некоторый аксиально-симметричный потенциал, и внутри этого потенциала существует некоторый потенциал с двумя максимумами, и который с какой-то угловой скоростью вращается в нашей системе. Ну, в принципе, мы можем это рассматривать как некоторое возмущение. Значит, и в работе измерялся процент вихрей при с положительным топологическим зарядом и с отрицательным топологическим зарядом. И было обнаружено, что если, значит, у нас этот потенциал вращается, тогда, значит, при одном направлении вращения возникают вихри с положительным зарядом, а при изменении направления вращения потенциала возникают вихри с противоположным зарядом. То есть, ну, в принципе, это был ожидаемый эффект, потому что симметрия за счет вращения ломается. Вот. И, в общем-то, цель этой нашей работы – это объяснить механизм, который приводит к вот такому отбору направления вращения полиритона в данном случае. Значит, для того, чтобы, значит, рассмотреть эту задачу, мы сначала занялись скалярной задачей. Значит, и я сейчас хочу сказать несколько слов о гибридизации мод. То есть, если у нас есть некоторые периодический потенциал, у нас волна бежит слева направо, она имеет какую-то частоту омега-1 и соответствующий волновой вектор К1, и на этом потенциале она будет резонансно рассеиваться в ту же самую частоту, естественно, и, значит, если у нас выполнено вот такое условие, то есть постоянная решетка равна удвоенному волновому вектору падающей волны, тогда у нас будет резонансное взаимодействие в волны, бегущей в противоположную сторону, и в случае, если мы перейдем вот в такую кольцевую геометрию, то это будет означать, что у нас при выполнении этого условия будет сильная гибридизация между волной, бегущей по часовой стрелке, и с волной, бегущей против часовой стрелки. Однако, если мы начнем двигать этот потенциал, то резонансные условия изменятся. Это означает, что если у нас теперь в кольцевой задаче вот этот потенциал вращается, то у нас гибридизация между волной с волновым индексом М1 и волной с волновым индексом -1, она будет неэффективна, потому что нам нужно, чтобы частоты
этих двух мод отличались на частоту вращения, а естественно, что собственно частоты мод с угловыми индексами m плюс-минус единицы, они совпадают. Однако в этом случае возможность эффективной гибридизации моды с угловым индексом m равной единице и моды с угловым индексом равным нулю в том случае, если выполнено следующее резонансное условие для частот этих мод. Это означает, что если мы вращаем наш потенциал с правильной скоростью, то мы можем добиться эффективной гибридизации моды, бегущей по часовой стрелке с угловым индексом единицы, и моды, которые имеют нулевой угловой индекс. Значит, ну, на другом языке это можно, значит, выразить следующим образом, что у нас есть некоторые горизонтальные ось здесь, это волновой вектор по угловой координате, и мы видим, что если у нас есть неподвижный потенциал, то у нас происходит эффективная гибридизация вот этих двух мод. Значит, если мы начнем вращать потенциал, то эффективная гибридизация исчезает, но в случае, если у нас другой период вращающейся структуры, то мы можем правильным образом ее двигаться, добиться эффективной гибридизации мод с m равным нулю и m равным единице. Ну вот, собственно говоря, в основном про вот этот случай мы поговорим, обсуждая скалярные случаи. Значит, в скалярном случае уравнение становится существенно проще. Здесь оно выписано в безразмерных координатах. Здесь вот этот коэффициент альфа, он определяет, насколько буква W – это потенциал созданной накачки, поэтому он одновременно является отталкивающим, что учитывается действительно частью вот этой скобки, стоящей здесь. А альфа описывает коэффициент усиления, который создается этим потенциалом, но обычно альфа где-то примерно равна 1/3. Значит, ну вот здесь показано, как у нас распределен невращающийся потенциал. Буква V – это некоторый стационарный потенциал, который может быть создан, например, микроструктурированием. Потенциал W – это потенциал, который создается накачкой за счет того, что она создает отталкивающий потенциал. Соответственно, гейн он будет таким же, как W, только в альфа раз меньше. Значит, и кроме этого, у нас есть вот такой вращающийся потенциал. Здесь показано распределение интенсивности этого потенциала в двумере. Ну, здесь вращающийся. Вот. Вот да, W состоит из двух частей. W имеет невращающуюся аксиально симметричную часть, значит, и W0. И в W стоит еще и вращающийся потенциал. То есть, соответственно, вот это и вот это отличается тем, что в нижнем потенциале стоит еще вот этот косинус. Значит, ну, мы провели численное моделирование, и оказалось, что в зависимости от того, с какой скоростью мы вращаем потенциал, мы начинаем наблюдать разные картинки. То есть при относительно маленькой скорости вращения омега равная 1.8 у нас возникает вот такое распределение плотности конденсата. И оно, значит, мы видим, что у нас есть некоторый такой максимум, и это мгновенный снимок. Если мы посмотрим его динамику во времени, то вот этот вот максимум будет вращаться по кругу с постоянной скоростью. И эта скорость, естественно, равна скорости, угловой скорости вращения конденсата. Если мы, однако, увеличим частоту вращения, то произойдет следующее. У нас по-прежнему есть один максимум. Здесь он, правда, стал менее выраженным. Но если мы посмотрим на то, как распределена фаза конденсата, то видно, что в одном случае у нас градиент фазы направлен в одну сторону, в другом случае он направлен в противоположную. Это означает, что в одном случае у нас полиретоны движутся в ту же самую сторону, в которую мы вращаем конденсат. И если мы увеличим скорость вращения, то это меняется, и полиретоны начинают двигаться в сторону противоположную той, в которой вращается конденсат. Вот, значит, ну... Алексей, прошу прощения, немножко наивный вопрос на предыдущем слайде. А вот как эта большая омега соотносится с временем жизни? То есть... Хочется понять, это как бы новый конденсат создается или что-то реально бежит? Здесь считается, что как бы конденсат живет очень долго.
То есть вот мы включили некоторые усиления, значит, это усилие, значит, конденсатник эгрент, резервуарник эгрентки кситонов, это он постоянен, во времени не меняется. И мы смотрим, как у нас происходит формирование конденсата. То есть, да, скорость вращения, она достаточно большая, она делает очень много оборотов за время существования конденсата резервуарника эгрентки кситонов. То есть это достаточно быстрое вращение. Вот. В чистом счете мы проделали следующий эксперимент. То есть мы измеряли количество частиц в конденсате, и мы тоже можем посчитать по результатам решения уравнения угловой момент полиритонов, который содержится в нашем конденсате. И вот эти графики, они показывают средний угловой момент. Средний вот в каком смысле? Мы стартовали с некоторого маленького шума. Здесь делалось, по-моему, 100 разных счетов, и мы вычисляли средний угловой момент по реализациям для стационарных состояний. То есть мы запускали счет, ждали, пока возникнет стационарное состояние, измеряли угловой момент полиритонов, делали так n раз, и потом усредняли по количеству реализаций. Мы видим действительно, что у нас, во-первых, при изменении направления вращения конденсата у нас меняется направление, знак углового момента, ну или что-то то же самое направление вращения полиритонов. Однако при какой-то критической скорости вращения у нас происходит смена знака углового момента. И здесь показана дисперсия углового момента в статистическом смысле. То есть мы вычисляем, в каком проценте случаев значение, как сильно, как велико среднеквадратичное отклонение момента от его среднего значения. И мы видим, что оно достаточно большое вблизи малых скоростей вращения. Вблизи вот этого перехода, наоборот, дисперсия большая при малых скоростях вращения. И дисперсия тоже большая вблизи вот этой критической скорости. Плотность момента, какая зависимость попадания ее от координаты, от радиальной? Я имею в виду вот то, что интегрируется на больших R, такая степенная или? Нет, там экспоненциальная. Там экспонента? Потому что пульс экспоненциально совпадает. Я бы завтра должен сказать, что 10 минут осталось, потому что у нас вновь скорая перегрева. Я постараюсь. Вот. Для того, чтобы это объяснить, значит, была развита... Я тогда, наверное, остановлюсь только на первой части. Значит, для того, чтобы объяснить вот такое поведение конденсата, была развита теория связанных амплитуд. То есть мы предполагаем, что у нас в динамике принимают участие только три первые моды, и это приближение достаточно оправдано, в том числе и для эксперимента. Это связано с тем, что моды более высокие по энергиям, они плохо удерживаются потенциалом, и у них очень большие радиационные потери. То есть в этом случае полиритоны легко покидают потенциал. В принципе, для качественного результата можно было бы ограничиться двумя модами с угловыми индексами минус единица и плюс единица. Ну, там для удобства, для некоторого удобства можно удержать еще и нулевую моду. Тогда путем стандартной процедуры проецируя двумерное уравнение на вот эти моды, мы получаем уравнение для комплексных амплитуд. И вот этот коэффициент, он отражает то, что у нас связь между модами, она в данном случае комплексная. То есть у нас есть и консервативная часть, которая просто гибридизирует моды. Но еще и скорость затухания, и скорость этой моды, она тоже зависит от того, как она гибридизируется. Это связано с тем, что вращающийся потенциал, он содержит как консервативную часть, так и усиление. То есть у нас есть вращающее усиление. И наличие вот этого вращающего усиления делает вот этот коэффициент комплексным, а не чисто мнимым. И в дальнейшем будет видно, что это очень важное обстоятельство. Ну, дальше для математического удобства, естественно, имеет смысл избавиться от зависимости от времени. Это можно сделать переходом на вращающую систему координат, ну или вот следующей заменой переменных. Тогда мы приходим к вот такому уравнению, уже достаточно простому для мод. И мы можем посчитать, как, собственно, частоты этих мод зависят от скорости вращения, то есть от того, как они гибридизируются. Значит, на вот этой картинке показана зависимость реальных частей и собственных частот. Мы видим, что здесь у нас есть при нулевой частоте у нас есть слабенькое расщепление, оно связано со взаимодействием через моду с угловым моментом, равным нулю.
Значит, и мы видим, что у нас в какой-то момент происходит гибридизация одной из мод с угловым моментом равным единице с модой, значит, вот, вот это значение действительных частиц дельта, дельта отсчитывается от частоты моды с угловым моментом равным нулю. И мы видим, что в какой-то момент происходит гибридизация вот этой моды с модой с угловым индексом равным единице, происходит расщепление. Но если мы теперь посмотрим на то, как у нас ведут себя мнимые части, то мы увидим, что у нас в этом, что у нас за счет наличия диссипативной связи у нас существует точка, и эта точка как раз соответствует гибридизации мод, когда у нас, значит, мнимые части дельты это соответствует потерям, то есть когда у нас потеря отрицательная, это означает, что у нас эта мода растет в линейном режиме. Мы видим, что до определенной частоты вращения у нас растет мода дисперсии, которая показана здесь красным, она имеет максимальный инкремент роста. Но после какой-то точки они меняются местами с другой модой, тоже имеющий угловой индекс по модулю равный единице, но другого знака. Это означает, что вот в этой точке мы должны наблюдать переключение нашей системы из одного режима в другой. То есть если у нас частота вращения лежит слева от этой точки, то у нас наиболее быстро растущей модой является мода с угловым индексом единица. Если и когда она достигает нелинейной стадии, она подавляет рост всех остальных. Но то, что она подавляет, это можно показать. Это для нужно посмотреть на то, как устроены линейные члены. При конкретном виде нелинейного взаимодействия это именно так. Однако при превышении порогового значения скорости ситуация меняется, и максимальный инкремент теперь у моды, собственно, частота в зависимости от угловой скорости вращения показана здесь синим цветом. И понятно, что когда эти инкременты этих мод очень близки, то мы должны видеть дисперсию углового момента, потому что тогда та мода, которая победит, она определяется случайным образом из-за того, что мы стартуем с некоторого шума. Ну и было проверено, что если интенсивность этого шума уменьшать, то вот эта дисперсия, ширина вот этого максимума, она начинает сужаться. Алексей, у вас через 4 минуты выключится Zoom. Ага, все, значит, я тогда, значит, хочу еще сказать, что прямое численное моделирование, оно, уравнение для связанных мод можно легко обобщить на нелинейный случай, просто включив вот это нелинейное взаимодействие, и провести соответствующее моделирование. Здесь показано, как результаты численного моделирования прямого решения обыкновенных дифференциальных уравнений связаны с тем, как у нас устроены собственные моды. Все-таки вернусь на предыдущий слайд. Значит, вот здесь красным цветом показано то, как у нас должен был быть устроен нормализованный угловой момент, если бы мы его посчитали для возбуждения, относящихся к вот этой красной моде. Соответственно, синим показано, как у нас меняется, как бы должен был меняться нормализованный угловой момент, если бы мы его посчитали для поля моды, показанной здесь синим. И мы видим, что действительно численное моделирование до вот этой критической точки, оно более-менее хорошо совпадает с тем, что мы бы ожидали от вот этой красной моды. А после этой точки мы перескакиваем на синюю моду. Ну и то же самое, естественно, происходит при моделировании в приближении связанных мод, причем здесь мы можем добиться практически количественного согласия одного с другим. Так, я тогда пропущу, значит, вектор. А может, раз в 4 минуты дать возможность спросить Zoom людям. Да. Потом мы... Я только хотел перейти к заключению, но, наверное, это... потом без Zoom. Да, хорошо. Давайте, да, коллеги из Zoom, задавайте вопросы, пока можно. А они вообще раз как у них, они могут задавать вопросы, или у них микрофон? Можно просто включать микрофон и задавать вопросы. Ну пусть подтвердят, что они. Коллеги, кивните. Скажите что-нибудь. Что там? Что-нибудь приличное по физике будет. Пожалуйста.
Да, Алексей, может быть, я тогда задам вопрос. Кто-нибудь слышит меня? Да, сейчас. Да, это Игорь Чеснов. Ага, да, Игорь. Вот Игорь Чеснов. Игорь, давайте. Да. Вот давайте я попробую задать вопрос. Алексей, и могу ли я предположить, если вы построите в численном прямом моделировании вот эту вот диаграмму, но будете вращать свои ловушки с еще более высокой скоростью, там не будет ли такая же структура повторяться? То есть я имею в виду, не будет ли там таких же перескоков между там угловым моментом минус один, например, минус два? Какие-нибудь еще там резонансы можно найти или нет? Вот с расхода так у меня это не получается угадать. Пытались ли вот что-то такое сделать или нет? Я думаю, что такое возможно. Единственное, что для этого нужно, чтобы моды с более высоким индексом были достаточно добротны. То есть нам нужен достаточно глубокий потенциал, который будет хорошо удерживать моды с большим угловым индексом. Ну, казалось бы, да, это все равно как-то можно подобрать просто параметры. Можно, наверное, там какую-то линейку, вот так, лестницу вот таких вот построить. Да, я думаю, что там должна быть именно лестница. Но эксперимент показывает, что если очень быстро крутить, то эффект увлечения пропадает, наоборот, конденсата. Он перестает замечать ловушку, то есть замечать вращение ловушки. Да, потому что для этого нужно посмотреть, как устроено, насколько добротны более высокие моды. То есть обычно более высокие добротные моды, они имеют... то есть ситуация такая, связь с той модой, которая есть и которая добротная, она действительно ослабевается с увеличением скорости вращения ловушки. А более высокие моды, которые могли бы прийти им на смену, они низкодобротные, поэтому они тоже не дают вклада, поэтому ничего не видно в эксперименте. Потому что их центробежная сила выталкивает. Да, потому что, на другом языке, потому что у нас конечная высота потенциала и большое туннелирование через него возникает. Наверное, в теории, я думаю, это не проблема подобрать потенциал, как минимум несколько таких переключений. Ну и, наверное, надо вращать сильнее, потому что там условие резонанса-то растет квадратично угловому моменту, да, то есть нужно там в 4 раза быстрее крутить, чтобы мода вошла в резонанс, да. Ну, это зависит от структуры уровня, то есть если у нас уровень эквидистантный, тогда нет. То есть, грубо говоря, согласен, скорость вращения, эффект возникает, когда скорость вращения равна расстоянию между уровнями. Ну, да, понятно. Спасибо. Еще вопросы, коллеги, пока есть возможность. Сейчас времени не будет. Скоро вас выключат. Кажется, что нужно сказать, что такое у нас не повторится, просто это исключительный случай. Ну, Алексей, тогда говоря, можно мой суд брать. У меня есть, поэтому если есть проблема, возникает, можно... Нет, скажи, как только в этот раз. Алексей, показывайте тогда ваши conclusions. Так. Назад. Так, заключение такое, что вращение некогерентной накачки может приводить к взаимодействию, к резонансному взаимодействию между различными полиритонными состояниями с разными угловыми индексами, что в скалярном случае типичным сценарием является то, что у нас возникает одна мода, которая имеет больший линейный инкремент роста. Эта мода в результате подавляет все остальные, и поэтому вблизи порога конденсации структура стационарного полиритонного состояния определяется просто структурой линейной моды, которая имеет наибольший инкремент. Для этого процесса критически важно, чтобы у нас вращающийся потенциал имел обе и консервативную и мнимую части. В случае, если мнимая часть равна нулю, то есть вот этой селекции, вот этого переключения направления вращения просто не происходит. Там на самом деле там получается так, что всегда одна и та же мода имеет максимальный инкремент роста, и именно она всегда и реализуется. Однако в векторном случае ситуация становится сложнее, и там из-за того, что у нас мода имеет еще и поляризационную структуру, она очень неравномерно объединяет одну поляризацию и другую, поэтому возникает такая ситуация, что накачка в одной поляризации уже полностью объединена, а во второй поляризации она еще достаточна для того, чтобы вызвать рост второй моды. Поскольку эти моды имеют разные собственные частоты, то это приводит к биению вот этих двух супермод, что приводит к очень интересной динамике углового момента и динамике поляризации.
И вот все эти процессы, они хорошо описываются в приближении связанных амплитуд и, ну, фактически объясняют сценарий конденсации поляритонов в вращающемся потенциале. Ну, в данный момент работа сделана в том случае, если мы находимся близко к порогу конденсации, если мы сильно уходим за порог, то есть когда плотность поляритонов становится большой, тогда необходимо учитывать влияние вот этих нелинейных эффектов, которые искажают саму структуру моды. До этого момента, значит, все очень хорошо описывается в приближении связанных мод невозмущенной задачи. На этом все. Спасибо за внимание. Ну вот я хочу прокомментировать и спросить. Значит, вот вышла недавно в архиве повешена статья группы Павла Сосавидиса. Может быть, вы ее видели. Там такие радиоосцилляции, типа радиооцилляции между двумя ветвевыми состояниями в циркулярной ловушке демонстрируются. Ну вот, значит, и что, значит, они затухают там какое-то время, через 800 пикосекунд примерно они затухают. Время довольно большое, но, с другой стороны, оно не бесконечное. Между тем, многие теоретические работы предсказывают недотухающие осцилляции там, в определенных режимах, вот, нелинейных системах, и, значит, вроде бы они, ничто не мешает их наблюдать. Но мне кажется, что вот тут есть два эффекта, которые, значит, приводят к тому, что осцилляции, с одной стороны, могут быть, с другой стороны, их, может быть, не видно. Поскольку у нас речь идет о токовых решениях, об осцилляциях, значит, состоянии, скажем, с орбитальным моментом плюс 1 и минус 1, значит, это, они задаются пространственным распределением фазы конденсата. Вместе с тем, у конденсата как целого может быть еще какая-то общая фаза, которая как-то зависит от времени. И вот время когерентности, оно может разрушать эту фазу. В эксперименте они делают интерферометрию, и, значит, линия задержки, она дает вам возможность совместить конденсат с самим собой. И вот может такое оказаться, что хотя осцилляции между вихрями, они продолжаются вечно, там, грубо говоря, но вот, это вот этот общий фазовый множитель перед конденсатом, он сбивается, и в результате вы теряете всякую интерференционную картинку, и осцилляции во времени затухают. Вот спрашивается, у вас вроде бы все это должно быть в вашем расчете, у вас же, значит, есть и фаза, и там диссипация, и все на свете. Вот не видите ли вы чего-нибудь такого со своими осцилляциями? Ну вот если речь идет о затуханиях на 800 пикосекунд, то это может быть просто, я не знаю, насколько длительные держатся резервуар некогерентных экситонов, потому что это время уже, наверное, может быть сравнимо с вот этим. И вот, то есть, может быть, может какую-то роль влиять, собственно, объединение экситонного конденсата, что у нас больше на самом деле нет накачки. Нет, допустим, накачка постоянная. Если накачка постоянная, то значит, у нас там, мне кажется, что там будет два процесса. Первый процесс, который действительно связан с нарушением когерентности, это вот то, что мы рассматривали в нашей статье, когда мы смотрели гибридизацию вектором случая. То есть вот я сейчас вернусь, так, у меня есть слайд про векторный случай. Вот, и значит, у нас из-за особенностей ТЭТМ расщепления у нас возникает гибридизация ТЭТМ расщепленные моды с превращающимся потенциалем и как бы одной нерасщепленной моды с той или другой, в зависимости от того, в какую сторону мы вращаем. В результате у нас возникают вот эти вот осцилляции. Но эти осцилляции – это именно биение между двумя модами, и они между двумя модами, которые созданы изначально. То есть мы тогда, например, задаем эту моду каким-то внешним образом когерентно. И тогда у нас как бы когерентность, она сама в системе возникнуть не может. Поэтому, естественно, что если она со временем утрачивается, мы перестаем видеть эти осцилляции. Значит, те осцилляции, которые могут возникать за счет биения мод в диссипативной задаче, то эти осцилляции, ну, они выглядят вот примерно вот так, вот это вот режим осцилляции, соответственно, количество поляритонов в одной и в другой поляризации.
Значит, эти осцилляции являются незатухающими, но опять-таки вопрос, как это измеряется. Если мы делаем несколько измерений, потом усредняем их результат, то мы не можем гарантировать, что при разных измерениях у нас вот эти колебания будут синфазны. То есть мы ничем не знаем начальную фазу. Поэтому... Нет. Давайте у нас будет одно измерение. Один раз мы включили лазер, и вот как у вас на картинке пошли эти осцилляции. Но значит, что может случиться, что хотя у вас все время с одинаковым периодом идут осцилляции между вихрем направо и вихрем налево, скажем, или между поляризацией там сигма плюс и поляризацией сигма минус, тем не менее, есть еще какая-то общая фаза, которая гуляет, как ей хочется. Да, конечно, это будет. И если мы будем очень долго смотреть, но для этого нужно в модель включить некоторый дополнительный шум в виде, там, не знаю, типа уравнения Лангевена или что-то типа этого, который будет эту фазу сбивать. Здесь этого нет. И это, соответственно, здесь, скорее всего, тогда нужно будет говорить о какой-то времени корреляции. То есть тогда нужно будет включить вот эту силу Лангевена и смотреть, за какое время у нас, значит, начнет падать корреляционные функции. То есть это фактически означает, что если мы смотрим на коротком участке, то мы видим биение, если мы увеличиваем время записи, то эти биения исчезают в силу того, да, ну это просто, я почти уверен, что именно так и должно быть, но в данной работе мы этого не делали. Да, я думаю, что это было бы интересно, и можно было бы сравнить с экспериментом. Да, думаю, что силу Лангевена ставить не очень сложно, потому что у нас есть два источника шума. Первый – это случайные начальные условия, но здесь они нам никак не помогут. А вот то, что у нас флуктуирует по параметры со временем, это, конечно, собьет фазу. Но только у них вращается вихрь, значит, осциллирует вихрь между правой и левой, а здесь показана поляризация. Но вихрь, видимо, тоже может осциллировать. Ну и здесь фактически вихрь осциллирует, то есть у нас... Поляризация привязана к капитальному моменту. Да, то есть, ну, вот, не, поляризация вообще ведет себя очень сложно. Дело в том, что если, по крайней мере, мы ее мерим в одной точке, то есть дело в том, что у нас здесь возникает квазипериодическое движение, потому что у нас вся система движется с частотой омега. То есть у нас есть некоторая вращающаяся картинка. И из-за того, что у нас есть вот эти биения, у них тоже есть свой период. И эти периоды не обязаны быть соразмеримыми. И если эти периоды не соразмеримы, то у нас возникает квазипериодическое движение, что приводит сейчас к достаточно сложному движению поляризации. То есть вот здесь показано, как меняется концентрация поляритонов в фиксированной точке. Здесь, соответственно, как меняются параметры Стокса. Ну, это вот движение вектора Стокса по сфере Пуанкаре. Ну, а на самом деле динамика не такая сложная, это просто квазипериодика. Да, казалось бы, не такая сложная. Вот если верните уравнение, вот, которое вы решали, с текущими вращающимися. Нет, не линейное было позднее. Да. Сейчас найдем. Вот где вот эти потенциалы бегающие были? Ну, давайте в скалярном или векторном? В векторном это выглядит вот так. Ну, без нелинейности там был просто у вас. Где вот эти вращающиеся? Ну, потенциал был. Это скалярный случай только, да, давайте. Скалярный, так сказать, да. Вот этим было. Да. Перед этим. Еще. Вот. Ага. Вы знаете, вот у вас же вы можете, казалось бы, делать замену переменных минусовым ГТ, и у вас правая часть вообще станет стационарной. И к ней добавится, и все. И поэтому, на самом деле, поскольку оно линейное, вы можете найти решение при каких-то, да, так сказать, Е-степени и омега ГТ, и просто сложить. Это и есть ваше биение, правильно? Суммы будут решения с разными собственными... Да, Саша, это фактически именно это и делает, тем уже в модуле приближения. То есть не надо решать нестационарную задачу, достаточно решить задачу стационарно. Ну, если... Крутящийся. Это технически не отличается. Ну, не важно. Да? То есть это просто не важно, да, ты абсолютно прав, конечно. А вот можно я еще спрошу, если там Эдзума нету прецедента? А он еще работает? А уже... Ну, тогда рассмотрите, вот такой вопрос. Насколько важна здесь нелинейность? Вот вы здесь ее выбросили, а это существенно? Значит, она важна в том смысле, что она отвечает за возникновение стационарного решения.
А, ну то есть здесь вы интересуетесь как бы порогами, да? Вблизи, да, то есть это абсолютно правильное замечание. Вблизи порога нелинейность не влияет решительно ни на что, кроме самого этого порога. Ну хорошо, тогда у меня по этому уравнению еще есть вопрос вот какой. По-моему, на самом деле вы здесь смешиваете два механизма генерации таких некривых решений. Один из них это то, с чего вы начали, да? Объясняя нам, что распределение по радиусу там тех или иных зависимостей, оно хочет породить есть степени тепта или есть степень минус тепта, да, так сказать, выраженным образом. Uh-huh. А второй то, что вы начинаете здесь вращать потенциал. Uh-huh. Они разные. И на самом деле и тот, и другой порождают неоднородное решение. Если вы, вот вопрос, они пытались их разделить, ну, то есть выключить, например, первый, оставить только вращение. И тогда у вас тоже будет тот момент вращательный, который вы считаете. Ну, я не очень момент понимаю. Будет и так системой. Но смотрите, вот если вы берете вот такого сорта уравнения, да. Включать его бегущий потенциал по углу, да. Тогда у вас это фактически обратный эффект Фарадея. Вы вращаете угловой момент просто за счет вращения вот этого потенциала. Да. Все. Да. Вам не нужен этот первый механизм вообще. В этом смысле ты совершенно прав, но я единственное, что хочу заметить, что если у нас, что может так случиться, что у нас будет расти модус, например, с нулевым угловым моментом. Всегда будет примесь, всегда будет повод. Она может быть не примесь, если она примесь, тогда все, как ты сказал. Это же легко проверить. То есть можно просто взять размер ловушки меньше, когда ну, да. это по такому механизму, по первому механизму не образуется, да. И затем начать его. Я их спрашиваю. Да, просто тогда.